Клуб любителей истории Отечества организовали в Булатовской библиотеке 16 лет назад. В нем состоят ученики старших классов школы номер 14. Сотрудники Центра патриотического воспитания вместе с ребятами погружаются в историю нашей страны. Библиотекари проводят необычные занятия и знакомят слободских школьников с интересными людьми. В этот раз на встречу с членами клуба приехали участники поискового отряда имени Григория Булатова, Евгений Ситников и Руслан Касимов. Ребята ездят в экспедиции и популяризируют имя Булатова, то есть о нем, о нашем земляке узнают и в других регионах, и это очень здорово. Но самое еще главное, что они ездят в свое свободное время, тратят свои личные сбережения для того, чтобы поднять из небытия людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Это благое такое дело. Поисковый отряд основали в прошлом году, 15 июня 2020 года в городе Кирове. Участники отряда ездят в поисковые экспедиции по местам боев в Ленинградскую и Тверскую области. В Слободской Евгений Ситников и Руслан Касимов привезли вещи, найденные при раскопках. Противогаз, шлем, солдатскую саперную лопатку, опасную бритву, котелок воина и красноармейскую звездочку. Предметы пролежали в земле более 75 лет. Некоторые вещи неплохо сохранились. За один год мы провели 8 экспедиций, в которых подняли 44 бойца и 4 медальона. Из 4 медальонов было 2 прочитано. Это Жасыбаев Саид Ахмед, Казахстанская ССР, родственники найдены. И Горланов Семен Прокопьевич, с Красноярска, боец, родственники пока еще не найдены. Занятия клуба любителей Отечества проходят каждый месяц. Интерес к истории у современных подростков, как оказалось, не угас. Почему решил сегодня прийти на мероприятие? Потому что интересна история нашего Отечества. В начале года у нас было занятие. Нам рассказывали о дне борьбы с терроризмом, о событиях в Беслане, о трагедии. И там тоже я присутствовал. Расскажи, чем тебе запомнилось прошлое занятие? Нам рассказали о том, что произошло в Беслане. Это, конечно, словами не передать, какая-то серьезная трагедия, какая-то страшная страница в истории нашей страны. Такое просто нельзя забывать, чтобы потом не повторялись подобные истории. Нужно делать из этого вывод. И в этот раз ребята узнали много нового. Евгений Ситников и Руслан Касимов поведали историю каждого экспоната, показали фотографии быта поисковиков, ответили на вопросы школьников.